Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, наконец-то мы с вами увиделись. Некоторые уже заволновались из моих друзей, начали писать, а куда этот Эдуард пропал. То есть вы уже привыкли, что я какая-то составная часть вашего бытия, да, ну и вы, соответственно, тоже. Я был в бою, вы знаете, да? Поехал туда еще не совсем здоров, скажем так, меня пошатывало. Но сейчас все восстановилось, все прекрасно, все хорошо, и я там в Боне попродавал кое-что из своего оборудования в мастерской. Но не смог я продать студию. Вот. Не то, что не смог. Я когда приехал, взял в руки, там поставил софтбокс сюда, там фотографировал всякие разные вещи. И мне стало так жалко что-то. Все-таки, ну, как бы вот руки помнят, голова помнит все, это, как это все делается, это быстро все собрал, раз-раз, хорошие фотографии. И что-то мне ностальгия на меня напала. Думаю, нет. Нет. Было желание кому-нибудь подарить, но вы знаете, тут тоже есть палка о двух концах. С одной стороны, подарив себе, получаешь в карму что-нибудь, да, но с другой стороны, друзья, вы же знаете, что подарок, что ничего не стоит, то и не ценит. Вот. Поэтому это тоже мне как бы совсем бесплатно отдать тоже. Ну, за совсем умеренную цену, наверное, но не сейчас, не могу, пока не могу. Вот. Ну, может быть, как-то судьба мне тут, житие подскажет, как в этом случае быть. До марта это будет там лежать. И я вам говорил, что я хочу заняться оформлением своих работ, потому что, ну, как бы, жалковато мне вот такие работы так бездарно оформлять, как бы, ну, нет. И я подумал, что хорошо бы иметь красивые фоны акрилом расписаны с различными эффектами. Сейчас очень много технологий развелось с различными эффектами, которые мне понравились. Я посмотрел в Ютубе. Я подумал, как всегда, думаю, я начну, пожалуй, и делать буду, как всегда, это с вами. Тем более, я спрашивал, некоторые люди даже интересуются, говорят, да, мы с удовольствием посмотрим. Видите, сзади там лежит уже. Мне вчера удалось, ну, просто, видать, по теме все идет, столешницу белую найти, прям буквально напротив моего подъезда написано было Цуфершенкин, то есть подарок. Ну, раз подарок, надо брать. Взял, накрыл свой стол, чтобы, ну, как бы не пачкался. Всегда можно эту доску убрать, столешницу, а остальное, значит, восстановить. Там у меня лежала этот мой пианинка. И посему я подумал, самый лучший способ вот так защитить. Ну и когда я все купил, также приношу благодарность ребятам, которые прислали мне донаты, которые помогли мне немножко шире свой арсенал расширить. Спасибо вам огромное. И когда я все собрал, и вчера уже думаю, ну вот сегодня мы начнем. Начнем с того, с этого, я буду показывать, да. Взял свою камеру, но она разряжена, естественно. Начал искать зарядную. И понял, что я ее оставил в Боне. И все сорвалось. Ну, поехал в магазин, в нашем магазине нет таких зарядных. Пришлось заказать, а это как минимум 3 дня. То есть в среду только придет, я заряжу, и мы можем начинать. Но тем не менее, желание поделиться тем, что я приобрел, своими планами, показать вам все, все-таки осталось. И посему сейчас мы это сделаем. Я сказал себе, что не бывает безвыходных положений. Имея разные камеры и так далее, я решил свой Nikon переключить на видео.
и снять для вас то, что я прикупил. Давайте мы это сделаем сейчас. Сейчас я поставлю. Вот так. Вот сниму общий фон сначала. Так. И потом приступлю уже к деталям. Еще раз все в общем. Все. Собаки, ты весь во внимании. Ты тоже фотограф, наверное, да? Успешный. Модель. Вот его красавец. Мы по-прежнему с ним очень хороших отношениях. В любовных таких любим друг друга, да? И сладкие. Ну, вот. Заплатил за прокушенный бачок другой собаки, почти 300 евро. Решил из него сделать пса, который покрывает самочек, да, и за это получает деньги. Он там подумал, да ну и так проживем. Окупим мы эти 300 евро, да? Ну, мы сделаем сессию какую-нибудь красивую, выставим фотографии и будем. Ну, вот, в общем-то, то, что я прикупил. Досталась мне еще и столешница хорошая, нашел на улице. Кисти новые обновил я для разрисовки, шпатель. Это фломастеры, заправленные акрилом. Сам предмет, который будет находиться на этом фоне. Рельефная паста. Два состава для эффектов сзади. Я их покажу более подробно сейчас. Металл, акрилик и простой акрилик. То есть акриловая краска. Что еще? Поролонки для рельефа создания тоже и этих образцов, чашечки, и вот такую я купил подставочку мольбертик. Свет будет сюда падать, то есть вот, пожалуй, и все, что мне для этого надо. Сейчас я вам покажу некоторые вещи поближе. Так, ну, в общем, вот. Теперь я хотел бы вам показать некоторые детали поближе, которые там так промелькнули. Ну вот я их сейчас возьму. Потом в первом видео я еще вернусь к ним. Я еще к ним вернусь. Но сейчас я вам тоже расскажу. Ну, во-первых, рельефная паста, да, я прикупил рельефную пасту, она закрыта еще, естественно, для того, чтобы создавать рельефы на своих картинках, то есть более объемные делать. Потом, что новое для меня, это акриловые такие кисточки, заполненная акриловой краской, то есть можно просто как фломастером рисовать, что очень поможет в мелких деталях мне, если потребуются мелкие детали. Так. Далее, вот это очень интересно. Так, Fluid Roll. Видно? Fluid Roll — это специальный состав, это масло, по сути дела, да, которое в добавлении в акриловые краски создают очень интересные эффекты. Мы будем уже, когда их делать, да, то я подробно это все покажу и расскажу, как это делается. Но эффекты действительно очень красивые. И бензин. Бензин. Он тоже, растворяя акрил, делать такие узоры различные, да. Я бы с удовольствием вам сейчас показал, но дело в том, что это принадлежит к первому видео, которое я хочу в среду
снять, и там мы уже будем постепенно идти. Я буду показывать, я буду рассказывать. Ну, просто познакомил вас поближе с этими делами. Так что вот, готовьтесь. Скоро мы прямо вот, как только зарядное устройство придет, я заряжу свою сету, и мы начнем. Вы скажете, а почему бы вот с этим не снимать? Ну, ребята, дело в том, что вы знаете, что эта штука работает 12 минут, не больше. И это вот мучительно будет. Поэтому возьмем обычную камеру и с этой камерой будем снимать. Хорошо? Договорились. Ну, тогда всего доброго вам, друзья. Хороших выходных. Пока.